Also, was it that commentarish to better mug a smush to Ukrainsky Brazil? That's the point she scored. Как, ну... Мы их ждем. Чайник мы уже поставили, нехай приезжают. Сало е. Сало е. Водка е. Огурцы е. Бабы е. Да. Бабы только резиновые. Да. А так пускай приезжают, милости просим. Будем жечь их. Хорошо. А Киви, как тебе сегодня? Да ничего, все нормально, все хорошо. Киви, Team Motorola становится как новой звезды, как Crockety Tubs, как коллектив из премьеры, как Miami Vice, как новый Джимбо. Как Бонни и Клайд, еще скажите. Как твой новый статус, Киви, как звезда? Да не, нормально все. Че? А ты, Зирочка, ты моя. А Motorola, ты же давно звезда. Может дать Киви чуть-чуть совет, как Винси, да, как звезда? Да, это звезды опытные, неопытные. Не надо бриться. Бриться нельзя, это плохая примета. До конца войны бриться нельзя. И все. А еще он может вот встать вот так, расставить ноги на ширине плеч и руки в сторону, и он станет звездой. А Киви, как это совет? Да что ты... Что от него можно хорошего ожидать? Он же немножко тронутый уже с этой войной. Террорист. Да, мы же террористы. Что от нас хорошего ожидать? Да нормально все. Спасибо, Рэм. В принципе, все замечательно. Мы готовы ко всему на свете, что произойдет. Даже к укрепотянам этим, как называют мой друг Моторола их. И киборгам, гробикам, или как там они себя называют. Мы готовы их встретить достойно и пойти в свое наступление. Не советуем это делать. Если не хотят, они лишь из-за Киева, пускай лучше разворачиваются и уходят домой. Спасибо, Гиви. А как наш киборг сегодняшний день? Киборг? Как наш киборг? А это гробики эти, что ли? Это нормально, все уже померли. Вчера вывезли отсюда 42 человека их. Да. Свои, они попросили коридор, чтобы забрать своих 200. И мы их запустили. Наши глаза наблюдали, что сколько они повезли человек. 42 человека. Убили. Убитых 42 человека. И могу сказать честно, обращение с этими бедными бойцами унизительное и отвращенное, я скажу честно. Украина. Единая Украина. Как говорит друг Мадрола, Украина действительно показала в очередной раз свое лицо. Так что такие вот дела. Будем дальше колбасить их. Тушенку пускай закрывают из своих трупиков. На зиму. На шишках долго не протянешь. Спасибо. Киви, за Киви Моторола герой это Брюс Уиллис. А кто для тебя как герой? Герой? Да. Это актер. Мои люди. Актер. Люди актер. Киви. Вот там, которые сидят на передовой. Это вот они настоящие герои. Ну, актер. Актер. Актер, да. Тебя спрашивают. Герой, это понятно, что наши люди. Даже не оспаривается. Актер. Кто тебе нравится больше? Дензел Вашингтон. Хорошо. Ну, Моторола, когда будет муви? Ну, как Киви Моторола муви? Кто будет V играет как актуа? Кто из нас двоих будет? Кто будет Motorola в movie? Give me Motorola фильм. Я не уверен, что такой фильм будет. Не дай бог. А кто будет Give? Give какой-то качество. Могу сказать, как это Джордж Клуни Give? Да, пойдет. Джордж Клуни пойдет. Да не, ну Гиви. Блять, как там идет? Нью-Йорк Таймс сказала, да, это мне. Ага. Похоже на Сильвестра Сталлоне молодости. Да, как это вымочило. А ты Сильвестр Сталлоне, а кто будет играть Моторола? Моторолу? Какой-то карлик бородатый. Не, Дэвид Стэтхэм. Дэвид Стэтхэм его сыграл бы великолепно, да. Хорошо, Джейсон Стэтхэм. А Моторола, кто будет играть украинские войска? Украинские войска? Поляки. Какие-нибудь поляки, вот какие у них есть актеры, которых мы не знаем, вот и они их и будут. Порнозвезды. Польские порнозвезды. Бисексуалы, желательно. Да. Хорошо, сколько звонка? Нисколько. Честно тебе. Никто не звонит. Никто меня не любит, никого не нравится. Да, я иду. А последний вид, а кто Киви Моторола? Кто они? Это Сталлоне, Шварценеггер, Старски, Хатч? Кто Крокети Тубс? Шу-шу! Еще раз по-русски, пожалуйста! Сталлоне, Шварценеггер, Старски, Хатч? Киви, это просто грузинский хатч. Грузинский хатч. Понятно. Вынесли, покажи. Иди, я посмотрю.